Добрый день! Ну уже как бы обед буквально. Мы уже и покушали. Вот так. И чуть-чуть успели и отдохнуть. С самого утра мы поехали в райцентр за кое-чем. Ну, продуктов немножко там купили. И купили, вот я купил леску. Вот так. Заведу опять свою бензокосу. Я уже в этом году после зимней спячки заводил и там пилой срезал там в нашем садочке. Ну, в прошлых влогах показывал. Надо хоть немножко покосить. Тут я покосил этой коляской, как говорится. Ну, уже она поднялась, видите как хорошо. А там-то, видите, что делается? Ниже-то там еще нормально, а вот тут уже заросли. И вот тут, там уже поподнималось, если его не покосить, вон, цветочки, видите, какие-то. О, вот здесь, все беленькое. И оно уже хорошо выросло, поэтому вот этот участок, ну, не всю площадь, я, наверное, сегодня заведусь и покошу. Потом будет более равномерно, а так, видите, и потом пойдут различные сорняки и так далее. Накупили свитой. Тут грунт вот купили. Тут еще один. Удобрения там разные. И цветочков тоже подкупили. Как видите, трава Эдвита тут накупила. Еще какие-то что-то. Ну, мы же будем в эти штуки садить. Тут мы одну сделали и занесли в дом. Сегодня ночью было где-то около 5, наверное, мороз. Проснулись, все покрыто инеем. Вот это у нас весна. Май месяц, как говорится, через пару дней. А тут вот такое. А вчера шел дождь практически целый день. Ну так, с перерывами. И со снегом даже. До самой ночи. Я думал, сегодня тоже будет такая же нехорошая погода. Не, сегодня солнышко. Вот. И уже все подсохло. И можно покосить. Где-то там на огороде с высокими грядками занимается. Я землю там чуть довозил, потому что, ну, усадку дает. Мы ж под низ там и ветки, и листья, и все что ли, и всякое такое бросали. Ну, высокие теплые грядки, оно ж перегнивает и дает тепло еще. Ну, то, что удобрение, само собой. И грунт же со временем немножко просаживается. И две последние там сильную садку дала, и я вчера довозил. Вчера или уже позавчера? Позавчера, наверное, навозил туда грунт. И Вита сейчас его взрыхлит и будет садить картошку. Для молодой картошки будет две грядки. Ну, так как мы раньше говорили. А я сейчас пойду заводить бензокосу. Сейчас ее достану. Бензин надо разводить. А, и канистру бензина уже заехали, тоже купили на обратном пути. Так что вот сегодня вот такой у нас рабочий день.
Ну все как бы отлично. Сейчас надо курточку какую-то надеть, очки взять, потому что весь буду в траве. И поехали. Возможно, даже сверху начну, а потом уже здесь. Ну что, пойдем? Вон, начнем вот туда сверху. Видите, как заросло. Вот это надо отсюда немножко его скосить. Все, естественно, не буду. Это будет позже. А вот здесь, видите, как. О. Ну вот и все. Вот я закончил. Видите, в каком виде. Это писец полный. Вот так. Да. Косить мусора столько. Ну и все. Вот. Как видите, все покосил. Эта яма. Мусор поубирал здесь, позасыпал. Эта яма, брался более хороший грунт. Саша сюда для удобрения газона подсыпал. Вот так. Теперь у нас уже все ровненько. А то там так выросло, там не растет вообще. Ну, все, подровнял. Ну, видите, я покосил вот, вот по краю машин. Вот это все. И туда аж наверх. Ну, чуть подсохнет. Где-то травы очень мало. Там ничего не позагребаешь. А где-то он тут, видите, сколько сена. А, вот это все надо будет. Чуть подсохнет, загребать. И тоже я туда до шлагбаума даже не дошел. Ну, там она не сильно выросла. И вот прокосил спуск. И вот. Вот это уже стало более-менее красиво. Вон, смотрите, сколько сена здесь. Вот это надо будет сгребать. Там, где очень мало, то можно не сгребать. А вот там буквально, не знаю, через неделю уже надо косить. Там вон тоже, видите, что делается. Вот. Про верх я не говорю. Я верх еще, может, прокошу когда-то один раз там. А вот, вот это все еще покосится. Ну, вот так. И, наконец-то, более-менее я уже навел порядки. Уже мусора как такового нет. Потому что некоторый был еще из самого начала. Ну, это, я считаю, не мусор, это опалубка. Доски, и тут же вот погода настроится, видите, продолжает сыпаться. Я все тогда ж подчистил, буду ж продолжать делать эту стену, убирать, часть грунта вывозить, и вот этот же погреб, видите, он падает, он скоро упадет. Вот это все будет выбрасываться, и сюда будет ставиться с газоблока вот такая. И дальше пойдет стена. Так что тут работы еще хватает, само собой. Ну, а в основном вот склон наш. Там осталось только газоблоки наши. Есть битые, есть и целые, которые как раз пойдут вот сюда на укладку вот этой стены. Тут же ж буду убирать. Вот. Тут же ж навес. То, что я рассказывал. Ну, вот так. Тут были старые шкафы, столы. Чего только тут не было. Ну, короче, видите, все как бы убрал. И вот дрова. Дрова некрасивые. Это все ж порезано тут. Вот. Те же и столы порезаны, и все то, что было. Но благо уже у нас
такого старого мусора не будет. И если будут дрова, то будут уже дрова хорошие. Вот так. Ну, то есть, в основном, как бы, более-менее уже сойдет. Ну, еще работы тут за домом здесь хватает. А так, вроде как бы, еще сарай. Сарай убирать, это само собой. Вот. Дальше вот пойдет навозка сюда грунта оттуда и равняться. Вот это все надо тоже будет. Грунта много пойдет туда же. А так все нормально. А Вита он уже, как видите. Вон. Что Вита тут, как мы видим, а? А что Вита? А что, повернись, а то против солнца ничего не видно. А что Вита здесь? Уже с грядками закончила? Да, наконец-то. Осталось картошку посадить. А, ну, наверное, завтра посадим. Уже давай сегодня, если цветочков накупили, он, я уже показывал, и трава, и цветочки, вот. Один мы занесли, заморозки градусов до 5, наверное, было. Если через пару дней уже не будет, мы вынесем и все выставим. А то Вита говорит, померзнет, забирай до хаты. Ну, так оно действительно было. Да. А вот. Так, ну это гриба снова перевернешь. Да, я, кстати, не показал, а так открыл, а Вита, видите, вон тут у нее что-то там растет, рассада или цветочки, и вот, вот это занесла, и вот тут, видите, и она вот так поставила, и я открываю эту дверку, бабах, и она все туда перевернулась, она мне говорит, не открывай. Так, ты таскаешь мешок с землей 50 литров. Вон, я не вру, вот такой мешок. Ну, торфяной, конечно, он же не 50 килограмм весит. Вон, он 50 литров. Вот. Ну, а весит килограмм 25, наверное, само собой. Ну, как нет? Так, не таскай. Вон, какая земля. А, солнце, тень, оно не видно. А де тоді в мій цей поливалку мою? Вот она. Вот она. Де я дів? Нормально? Правда, я сам последний раз ей что-то поливал. Ну что? Три будет сегодня? Ну да, я же один. А на три, наверное, не хватит. Хватит. Хватит? Я же один забрала під огірки. На улице холодно, решила огурцы через рассаду. Ага, вот так, нормально. Хватило нам рассады в прошлые года морочиться. Уже сказал, что рассады не будем делать. Проще купим на рынке и посадим уже готовую рассаду. Так я такую не садила, не сеяла. Ни помидоры, ни капусту, ни перец. Правильно. А капусту вообще мы не будем садить. Немножко будет. Говорила несколько дней назад или неделю. Не будем, хорошо, не будем. Пропало, много пропало. Уродило больше, чем надо. И опять же говорит то же самое. Немножко, немножко. А потом опять и пропадает. Жалко труда. Вита уже один вазон посадила. И начинает второй. И третий. И насколько она сказала, что на третий еще одной не хватит, да? Ну да, надо будет докупить. Ну докупи, посадит так, посредине места там оставит или что. Вот, и потом еще мы в ближайшие дни будем ехать еще докупиться. Так, это я вообще-то... Знаю, брызги шампанского. А что вот это вот ты уже посадила? А, ты сама не знаешь, да? Я плохо запоминаю новые какие-то. Вот. Красивые, названия. Красивые какие цветы. Вот. Они многолетники. Главное, что многолетние. Ну, если их, конечно, заносить в тепло на зиму. Ну, так это ж в вазонах занесем. Надо то и другое, чтобы не... Ну, погреб занесем, там никогда минуса не будет. Погреб нельзя. Почему? Темно. Вот так. В комнату.
А в комнате у нас места нету. Найдем. А что, каждый год постоянно покупать? Да пересаживать? Так нет. Прошлый год. Ну, я не успела. Зимой мы мало открываем вот этот парадный, можно сказать, вход, и им не ходим в основном. Поэтому можно эти вазоны будет поставить вот так как раз перед вот этим. Мы зимой ходим через эту дверь. Это вот в летнее время тудой. Ну, и сюдой, и тудой, и сюдой, вот так. Да, и тудой, и сюдою. Вот. А зимой нет, поэтому там можно перед окном их и как раз поставить. И свет будет, и тепло. Можно, в принципе, это оставить пока. Пускай они будут... Ты потом одновременно? Ну да, они же в вазонах, так что да, занести их в дом, да. Пускай постоят пару дней, и потом досадится уже третья, ну не хватает. Что-то не рассчитали чуть-чуть. Нет, эти я забрала, сколько было. Кстати, Вита покупала вот такую брызги из шампанского, позабирали все, что было. Тот другой вазон, там она посадила даже подобную, но только без вот этих капелек на кончиках. Другая. А, кстати, что? А где она? А кто она? Точно. А кто она? Есть же одна, та, что без капелек. А где? Права. А где она? Там стоит. На, камеру. У меня руки грязные. Ничего страшного, она в чехле. Да что ты боишься? Ну, зайди, возьми, так, нормально. Ты пока что-то рассказала. Я вон на тебя. Нечего рассказывать. Я на тебя навел. Нечего, расскажи что. Угу. Все и так все знают. Лучше меня. Хорошо, что вспомнил, видишь, а я забыла. Все, нашли. Вот, я вспомнил, что была точно такая трава, только без капелек на кончиках. Вот, она один в один. Точно такая, видите? Вот. Это брызги шампанского, а это, кто его знает, как она называется. Трава. Трава, просто трава. Вот, и тебе смотри, и третья. Только обратно не станет. Ну и все. Обратно посередине будет трава, а там будут эти. И одна же уже в комнате стоит. Так что у нас будет здесь 4. Ну, надо будет еще докупим. Ну, конечно. Досыпаю землю, пускай устаивается. Грязное все, подсохнет потом. Все, можно потом попозже. Ну, да усядется земля. Доложить землю. Да сейчас они такие бедненькие. Потом оно и разрастутся, будут пышные кусты. Ну вот так, мы продолжаем. Так что смотрите канал Трепанация. Подписывайтесь, ставьте лайки. Колокольчик все-таки можно поставить. Всем пока. Всем пока-пока.